Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами поговорим про мой заказ, который у меня тут, пока меня 12 дней не было. Мы возили свою младшую дочку на интенсив для детей-инвалидов и плюс на дельфинотерапию. Два в одном у нас было. И, конечно же, очень много всего накопилось, поэтому, конечно же, прошу прощения за задержку. Я не смогла заказать в Джубгу новинки, потому что поняла, что в этот день мы уезжаем, когда приезжают новинки, и мне бы было некогда снимать. Поэтому сразу, как только с самолета, я покушала и бегом за новинки. Надеюсь, что они очень скоро выйдут у меня. Итак, новинки 8 каталога. Вот сколько наделала закладок. Вроде бы кажется мало, на самом деле нет. Весь каталог в новинках. Очень здорово и интересно. Ну и заодно кем то, что накопилось. Ну что ж, перейдем к документации. Вот такое огромное количество у меня купонов. Пересчитывать уже не буду, накопилось. Эти купоны действуют до 19.05 включительно. Их можно забрать, оплатить можно и с 20 числа. Получается, в каталоге уже номер 8 их можно оплатить. А вот, но на самом деле они действуют до 19. То есть забрать нужно до 19, оплачиваете, как придет заказ. Не обязательно в этом каталоге, например. Дальше такая вот вереница чеков. Первый чек у меня идет на 28 тысяч. Тут я заказала и платье, и лаки для ногтей, и туалетную воду 100 мл. Сейчас будем с вами ее слушать как можем. И витаминные кремы. В общем, все заказала. Вот такой вот прям здоровенный чек. Почти на 30 тысяч рублей. Далее. Тут чек на 20 тысяч. Это БАДы. БАДы. А, ну, в принципе, за них мне и вложили. Вон, видите, да, 27 купонов. Весенняя скидочка. Потому что, ну, это очень много. Я тут набрала. Взяла еще пробник туалетной воды, но они пришли через день после моего отъезда, поэтому вот этот чек еще мне пришел. И я заказала по драйву много отбеливателей, 10 штучек, пятновыводителей 10 штучек, спрей-пятновыводитель и карандаш-пятновыводитель. Да, вот эту вот кучку я заказала. Это не новинки, но это было по программе Faberlic Drive. И ценник был очень крутой, и, конечно же, я быстрее-быстрее заказала, потому что это супер сильно мега дешево. Получается хорошая такая сумма, но, с другой стороны, я сэкономила. Тут на 800 рублей это трусики по ВИПу пошли, да, ручки и блокнотики. Это ручки и блокнотики можно приобрести только для серебряных ВИП-консультантов на втором шаге заказа, поэтому их я особо сильно показывать не буду. Все ВИП-консультанты с уровня серебро, я уже рубиновый ВИП, знают, где это взять. Я всегда их заказываю, коплю, с ними очень удобно работать получается. И последний чек у меня получился на, так, скидка 29 тысяч. Ой, что-то непонятно. А, тут у меня мультиповар в подарок, ребята, Aureology, под Катей Шишкиной. Видите, мультиповар за 1 рубль я выиграла по драйву. Да, вот она, откуда скидка 29 тысяч, да? А почему, откуда эта скидка? Оттуда, что я выиграла мультиповар. На самом деле он стоит столько, но мне он достался бесплатно, потому что я участвую в программе Faberlic Drive. Уже 4-й раз выигрываю, но мультиповар это первый такой значимый, крутой выигрыш. А до этого я выигрывала 3000 рублей, 2 раза по 300 рублей, и вот мультиповар. Круто, круто. И по карточкам твой бонус я выигрывала поездку в Калининград. Поэтому я считаю, что это вообще шикарно участвовать во всех акциях от компании Faberlic. Карточки твой бонус, они не для VIP-ов, они для всех. Выиграть может кто угодно. А вот драйв, он только для VIP-консультантов. Да? То есть у нас сейчас для VIP-консультантов две программы. Это VIP-программа и программа драйв, что очень мега круто. Кстати, рука от чемодана, посмотрите, покраснела. Намазала Signum One и у меня боль прошла, но, видите, опухоль осталась. Обалдеть, я сегодня с рукой что натворила. Итак, попробовав пробник, я могу вам сказать, что я без ума и немножко вся в сомнениях вот от такого древесно-ароматического гурманского аромата. Он очень сильный, такой, знаете, напористый аромат, я бы так выразилась. Этот аромат лично для меня, я бы так сказала, что он очень сильный, очень крутой.
Он мне очень понравился. Я этот аромат слушала еще на форуме в Йошкар-Оле. Нам его показывали, давали послушать. И мы, конечно, были все в восторге. Мы его услышали пораньше всех, даже раньше VIP-консультантов, да. И, конечно же, вот этот вот зеленый грейпфрут, шалфей и кофе Ристретто, это для меня что-то мега новенькое. Не могу понять, какой он мне аромат напоминает, но в Faberlic такие ароматы редкость. Я бы так выразилась. Мужу аромат понравился. Он сказал, что он с удовольствием будет им пользоваться. Флакончик тоже такой крутой. На подарок будет очень красиво. У него такая супер-мега аннотация. Даже вот прочитаю ее, да, терпкий зеленый грейпфрут с бергамотом накрывает волной адреналина. Вот это действительно так. Вот я даже взбодрилась, понимаете, когда его нанесла на свое запястье, чтобы посмотреть, как он носится, как он раскрывается, какая у него стойкость. Вот честно сказать, я, конечно, обалдела. Значит, это идет не парфюмерная, а туалетная вода для мужчин, но с парфюмерной композицией, которая разработана и изготовлена во Франции эксклюзивно для Faberlic. Тоже очень приятно. Артикул 3272, то есть таких ароматов вы нигде больше не найдете. И еще я могу сказать, что тут вот в составе я не очень почувствовала пряный шалфей, который дарит смелость. Дальше у нас идет вот этот вот кофе Ристретто. Ну, говорить можно бесконечно, я же вам могу сказать, что этот аромат сильный, резкий, такая свежая сластинка, еле-еле заметная, уловимая. Больше всего вот эта вот мужская резкость. Я этот аромат одобрила, мне понравилось. Хочу еще послушать, как он завтра будет на муже и так далее. Но это уже все в телеграм-сторисах у меня. Специально приобрела премиум телеграм для того, чтобы делать сторисы. Муж у меня, конечно же, все равно скажет еще свой отзыв. Потому что он у меня очень разборчивый. Он говорит да или нет. Почему нет и почему да, он тоже говорит. Мне все ему ароматы нравятся, как мне. Я более такая лояльная, или нос у меня более лояльный. Не знаю. Но, в общем, вот этот аромат мне очень зашел. Он резкий, мощный, крутой. И он подойдет для уже мужчин, может быть, за 25. Не для взрослых мужчин, да, то есть у нас есть ароматы прям для взрослых мужчин, а этот нет. Он подойдет и для взрослых, и для молодых мужчин, но не для юных мальчиков. Для юных мальчиков я бы сказала, что тяжеловат. Ну, это мое, конечно, личное мнение. Может быть, кто-то и по-другому его послушает, услышит. Но мне он действительно реально понравился. Так, Антон, как тебе водица? Ну, я ее только чуть-чуть понюхал. На каком-то мероприятии нам его давали. Но... В Йошкар-Оле. В Йошкар-Оле. Вот сейчас попробую. Сейчас попробую ее вот именно... Аня заказала, я хотел ее попробовать, мне, в принципе, название понравилось, то есть сейчас будем пробовать. Ну, задохнешься, она очень резкая. Задохнусь. Антон прямо с самолета. Да. Тоже вместе со мной пробует. Я еще не вытерлась немного спирта. Ну, ты знаешь, такое ощущение, как бы, то, что я его сильно не чувствую. В плане того, то, что такого резкого нету аромата, вот именно бьющего по... А мне, наоборот, очень резкий показался. Прям очень резкий. Ну, как сказать, мужчинам от 35 лет он понравится. А я сказала от 25. Потому что легкость какая-то от него идет. Такая, которая и мальчикам подойдет. Ну, сейчас, в принципе, на вкус и цвет товарищей нет. Некоторые любят и то, что находится людям... как бы за 40, то есть, потому что у всех вкусы, в принципе, разные. Вот, честно, здесь нужно еще, чтобы кто-то другой понюхал, как, потому что, когда делаешь, берешь аромат и наносишь его на кожу, то еще он сочетается с запахом человека. И, соответственно, аромат может на каждом человеке по-разному раскрываться. Ну, как тебе? Ну, я буду пользоваться.
ну, тебе лично, тебе приятно, противно, нейтрально? Мне приятно, то есть нету такого-то, что был отплющен, как он назывался? Ой, не знаю. Альтернатив, по-моему. Ну-ну-ну. Вот он мне очень не понравился тогда. Я не сказал, я даже брызгался с ним, убери его из квартиры. То есть мне вот этот аромат вообще абсолютно не понравился. Хотя Аня знает то, что я, в принципе, ко всем отношусь нормально, но вот тот аромат мне не понравился. Этот аромат, вот честно, я бы пользовался им. То есть я не часто, конечно, брызгаюсь, но брызгаюсь. То есть я бы его, как сейчас, надевал бы на себя, да? В принципе, достойный очень аромат. Но сейчас вот он более такой грубый. Да, да. То есть если сначала какой-то чуть-чуть с сладостью при нанесении, а чуть позже он сейчас вот грубость выдает. Очень приятно. Мне нравится. Попахни месяц так. Хорошо. Спасибо, Антон. Итак, дальше что у нас с вами идет? Ребят, еще раз хочу похвалить вот эту тушь. Это не VIP-новинка, но это очень крутая новинка. Обратите внимание вот на эту ерундовую цену. Ни за что бы не подумала, что удлиняющая вот эта вот термотушь для ресниц, артикул у нее 5068, она идет как экстра черная, мне вообще зайдет, мне вообще понравится, но я от нее прям в полнейшем восторге. Она реально легко удаляется чулочками теплой водой при температуре 38 градусов, она реально стойкая, я в ней даже один раз уснула, ну понятно, что не специально я в ней спала, но я могу сказать, что вот эта вот стойкая 16 часов без засыпания, это 100%. И тадам-дадам. Лично я никогда не крашу нижние ресницы. У меня то ли строение глаз какой-то не такой, то ли что. Тут я прямо их накрасила, эти нижние ресницы, и проходила с нижними ресницами весь день, получается, с утра до следующего утра. Ну, как вы понимаете, да? Стойкость 16 часов, не 16, 24, я бы сказала. И я могу сказать, что такая стойкость в компании Faberlic, это единственная вот эта тушь. Я не знаю, как они ее сделали, но это очень круто. Удлиняет она тоже очень хорошо. Пусть это и термотушь, удлиняет она хорошо. Вот у меня один вопрос, я еще пока не знаю, но как эта тушь будет себя вести, ну, я не знаю, например, в 40-градусную жару в Эмиратах. Пот-то будет 40 градусов. Да, то есть вот это я не могу предугадать, но я в диком восторге вот от этой красотки. Вот реально в диком восторге. Это просто чудо невероятное для меня. Поэтому у меня есть одна открытая тушь. Сейчас будет вторая открытая тушь. Я ее вот так вот сделаю, чтобы ее начать, а не ту. Потому что я уже ее открыла вот так. Артикул 5068. Взяла две штуки. Скоро мы едем в турне по 4 странам, можно так сказать. И, конечно же, я эту тушь беру с собой. Оба флакона. Ну, не дай бог, я где-то в каком-то из номеров забуду. У меня будет в запасниках еще одна. Если не забуду, то привезу обратно домой полную упаковку. В общем, такая вот красота, ребят. Пробуйте. Очень крутая тушь. Я в восторге. Я в реальном восторге. Да, ну и тут вы, конечно, все увидели. Нормальный объем. Все нормально. Шикарно. Так, дальше у нас с вами вот такая вот новинка идет. Это у нас идет новый формат упаковки. Такой вот прям халяль написано. Линейка халяль. Питательное масло миндаля и черного тмина. Артикул 6888. То есть оно точно такое же, как и предыдущее, но способствует быстрому росту ногтей, укрепляет их, снижает ломкость и глубоко питает. Артикул 6888, уже говорила. Ну, давайте посмотрим на консистенцию. Глубоко питает и кутикулу, и ноготь. Да, то есть вот такая вот. Но оно такое маслянистое, конечно, да. Но я прям чувствую нежность кожи. То есть оно проникает в кожу. Знаете, бывает, маслом намажешь, ходишь так, ходишь, а оно, ну, не исчезает это масло ни с ногтя, ни откуда. А это что-то вот приятное такое вот. То есть капельку нанесли и ходим. Ну, сейчас посмотрим, долго ли оно будет впитываться. Ну, на руке как будто бы уже впиталось. Но у меня уже ручки возрастные, пористые. И, конечно, не знаю. На молодой коже как будет. В общем, я такие масла очень сильно люблю. Очень часто капаю, особенно перед обзорчиком. Да, если я вижу, что у меня куча кутикул, где-то ноготь отслоился. Да, вот видите, у меня сейчас я ездила, у меня вот отслоился ноготь изнутри. Свой собственный,
сломался. И я могу вот так вот маслицем капнуть, смазать и начать снимать обзор, а у меня уже все аккуратненько видно, и отслоечки уже и нет. Мне это реально нравится, я это реально очень сильно люблю, эти все масла. Запах, какой же ж у него запах. Так, чего-то такое легкое, какая-то приятненькая, может быть, ореховая или не ореховая, горчинка. Ну, такое что-то очень интересное, не цветочное. В общем, пока что зачет. В пустых баночках узнаете результат стопроцентный. Вот, ногти у меня, конечно, на наших БАДах очень сильно растут. Вот это, видите, ногти отросли. Вот я вам прям показываю. Честно сказать, ну, слушайте, практически впиталась, я вот сейчас ощущаю. Здорово. Вот это у меня отросло за 4, нет, за 15 дней. Вот так вот ногти растут, потому что я пью омегу, D3, K2, недавно пропила мультивитамины, я пью антипаразит, кормлю свою симбионтную флору, потому что патогенная у меня частенько умирает от нашего антипаразита, и я патогенку не кормлю, кормлю только симбионтную, хорошую микрофлору, да, нашу, поэтому вот так вот быстро отрастает. Красный лак очень сильно видно, как вы видите. Вот, ну, шикарно. И смотрите, 14 дней я как раз пользуюсь нашим маслом. Практически нет кутикулы, что очень радует. Я еще не прибирала, да, ну, тут чуть-чуть. А так практически нет кутикулы. Мне тоже нравятся вот наши средства уходовые. Как бы шикарно, все шикарно. Далее у нас с вами идут такие вот лаки для ногтей. Это абсолютные новиночки. И... Ну, слушайте, мне очень нравится этот аромат. Такие, ой, вообще, ой, как вкусно, отвлекаюсь. Да, прям с самолета, прям за стол. Новинки мега приятные, вот прям супер мега приятные. Мне кажется, они подойдут еще, знаете, под что? Любой лак наносите, ну, сейчас у меня все в масле, но, к примеру, да, возьмем, я понимаю, что это будет уже не стойко, потому что я при вас только что капнула маслом, но хотя бы попробовать, да, то есть вот смотрите, они такие идут полупрозрачные, красивые, аккуратные и уже меняющие цвет лака, да, такие хорошенькие очень, нежненькие. Я такое мега сильно люблю и, конечно же, буду пользоваться обязательно. Тем более, что мне очень сильно и очень часто надоедает, понимаете, вот прям надоедает, когда... Ну-ка, еще поближе, если сделаем с вами, да? Вот, видите, какая красота. Да, был просто красный, а стал вот такой. Мне очень сильно надоедает один и тот же лак. Там две недели я его ношу, неделю я его ношу, да? Вот, поэтому тут, конечно, сомневаюсь, что я что-то увижу, но давайте будем пробовать. Во-первых, у нас с вами 6 новых оттенков. Он содержит россыпь мелких перламутров и призматические микрочастицы. Можно использовать как самостоятельный лак и в качестве топового покрытия. То есть он стойкий, я так понимаю. Так, это лимитированная коллекция, то есть это не навсегда. Значит, кому нравятся такие лаки, запасайтесь. Я, например, запасусь обязательно. Они закрытые, у них срок большой. Мне нравится. Значит, идут они все по 10 мл. Называются Color and Effect. Стойко держится, легко удаляется обычным средством для снятия лака. Средство для снятия лака, артикул 149.99. Кому нужно, на странице 107 нового каталога. Ну что ж, давайте будем пробовать. Значит, первый лак у нас с вами идет рыженький. Называется Солнечные блики. Так вот я его в каталоге обрисую, потом с вами посмотрим покрупнее. То есть он полностью прозрачный, я так понимаю, в каталоге два слоя просто. Ну реально в два слоя, потому что ну как по-другому, никак. Давайте ж пробовать будем. Солнечные блики. Значит, вот в один он слой. Ну довольно таки толстенький, но, как вы видите, он сильно очень просвечивает, да. Ну слушайте, мне нравится. Давайте еще попробуем сюда второй накаток покрасить. Вот, ну да, красивый очень, такой бликующий, да, угу. Вот такая красота. Ну и сейчас давайте попробуем второй слой покрасить. На кисточке, да, он, видите, он кажется такой густой, вроде бы, а тут он кажется такой, да, полупрозрачный. Давайте же будем пробовать. Так, ну-ка давай фокусируйся, не капризничай, камера. Сотрясла его в самолете, свой телефончик. Да, ну вот в два слоя, например, да. Уже такое клевое что-то получается. Я как маленькая, все хочу на себя сразу намазать. Ну такой, да, золотистый, такой приятный.
Так, хорошо. Так, следующий какой с вами будем пробовать? Давайте попробуем клубничный пломбир 710-92. Так, да, вот 710-92. Так, ну, тоже такой нежнятина такая, полупросвечивающая. Издалека даже не совсем. Какой-то волосик попал. Да, не совсем его заметно. До такой степени прямо легкий. Да. То есть вот я капельку, видите, капнула. Она прям растекается сейчас. Да, такой полупрозрачный, я бы сказала. Вот в один слой практически ничего. Да, второй слой какая-то розовинка слегка есть, да. Такой, видите, нежненький очень на ноготь. Ну так, знаете, белеет с него, белеет. Ну, если покрывать, да, то есть белеть начинает. Давайте попробуем еще вот тут. На красный положить. Ну да, красный стал более нежным. Мне даже не жалко, да, завтра маникюр придет. Скажет, что у тебя все ногти прозрачные. Ну, вот такой вот он розовый, да, еле-еле уловимый. Так, дальше что у нас с вами? Так, а дальше у нас с вами идет водная гладь. Давайте же нанесем водную гладь. Вот вы представляете, я до такой степени вот в один слой не заметила, что хотела нанести прямо на него. Так, сейчас еще второй слой попробуем. Ну, очень, конечно, красиво блестит, честно скажу. Голубым, видите, отливает. Симпатично. Так, давайте прибавим. Да? Ну, то есть видно такой легкий, приятный блеск. Так, второй слой. Ну, очень нежный. Давайте еще на красный, на мой, попробуем. На мои отрощинки. Потому что тут как-то вот, знаете, мне непонятно, например. Так, пробуем голубой. Так вот он ложится. Ну, слушайте, на ногте его прям реально заметно. Прям очень заметно. В дырку утек. Так, убирается легко, ну, пока не высох. Ну, слушайте, на ногте прям видно. А вот тут, да, как будто бесполезно, как будто не вижу. Так, сохнет он не очень быстро, если толстый слой наносить. То есть, если захочется в два слоя, нужно подождать, пока высохнет первый слой. А потом, видите, смялось. А потом уже наносить второй слой. То есть, вот так он на красном. Ну, хотя бы видно. Так, ага, я его в каталоге, да, не попробовала. Что же я вам потом покажу. Так, дальше у нас идут морские брызги 710-93. Так. Это, наверное, вот этот самый-самый легкий. Так, морские брызги. Давайте вот этот вот. Такой вот он полузаметный. Давайте пробовать в один слой. Так, значит, первый слой. Ну, он просто светленький такой. Немножечко такой, знаете, голографический слегка, да? То есть, видите, есть тут что-то такое голографическое. Так, еще слой. Еще слой, еще слой. Так, ну и второй слой. Сразу буду пробовать, потому что мне не надо ждать, пока он высохнет. Мне надо посмотреть, как он смотрится, согласны, да? Ну вот тоже, да, не особо заметно. Поэтому еще сделаю вам такое. Ой, блин, на своих отросших ногтях. Да, так вот он наносится. Видите, такой нежный. Ну, слушайте, классный. Это классика, я бы так сказала. Такой слегка голографический отлив. И уже не такой уж и простой получается, да? То есть, ну вот. Вот так вот. Так, хорошо. Но на самом деле у него вот тут есть, да, такой вот немножечко эффектик. Так, следующий красавчик у нас с вами идет тоже последний розовый закат. Сейчас лепну на каталог.
Розовый закат. Ну нет же, он прозрачный абсолютно. Ой, дайте артикулы сверю. Что-то он такой в каталоге насыщенный, кажется. На самом деле он просвечивает. Артикул 710-91. Ну, слушайте, все сходится. Ну, давайте будем пробовать розовый закат. Так. Угу. Ну, вот если сравнить с клубничным, или какой там был, клубничный пломбир, я честно скажу, разницу не особо вижу. Да, то есть вот они два таких вот. Клубничный вроде как кажется более нежный, но на деле я разницы честно не увидела. Так, ну давайте еще второй накаточек накрасим и первый накаточек, второй слой сделаем, попробуем. Так, 3-4, 3-4. Ну, второй слой особой роли не сыграл, такой он нежный. Да, то есть, ну, с каталогом я не вижу, чтобы он совпадал, даже хотя бы чуть-чуть. Ну, давайте попробуем. Мизинчик. Так, что взяла? Так. Ну, как бы вот видно его, да? То есть, был обычный красный, а стал такой голографично-красно-блестящий, да? Угу. Ну, то есть, особо как бы разницу будет очень плохо видно, да, если в один слой, то только на чем-то ярком, да, как вы понимаете. Вот в два слоя, например, да. То есть такое вот уже получается в два слоя. Ой, моя любимая привычка. Вот. То есть такая вот красота, еле уловимая. Ну, мое мнение, конечно же. Ну и давайте сравним с каталогом. Ну, как бы, видите сами, да? То есть в каталоге он такой насыщенный. На самом деле он, ну, прозрачный вообще. Ну вот, если взять, например, клубничный пломбир в каталоге, второй слой, к примеру, да? Ну, даже со вторым слоем как-то не очень. То есть его нужно на что-то наносить. То есть это, можно так сказать, блестяшки топ. Вот я бы так выразилась, да? То есть такие они. Очень сильно мега нежные. Вот, ну, золотистый, конечно, заметен. Он прям очень заметен, золотистый. Мне кажется, его больше всех и будут покупать, потому что он прям супер мега заметен. Вот если левой рукой сейчас на правой попробую, да, даже в один слой он уже будет заметен. Видите? То есть прям круто. То есть золотистый виден так. Неплохо. Два слоя он уже начнет перекрывать. Ну, а в три слоя, мне кажется, он не высохнет. Да, то есть таким образом. Ну, золотистый, мне кажется, у него и у голубого самое большое перекрытие. Более-менее такое. Вот. Ну, и как сохнет. Вот это, кстати, в три слоя, но высох. Смотрите-ка. А, нет, видите, не высох. Ну, если он не высох, то он уже, наверное, вот очень долго сохнет, потому что тут было три слоя сразу. Вот, нужно, конечно, ждать. Вот этот полностью высох, потому что в один слой он уже все с ногтем сроднился, да. То есть видео без паузы, без всего, как бы не ходила, не ждала. Этот тоже, да, насколько позже, но тоже уже. А вот тут было три слоя, вот он не захотел сохраняться, потому что когда мы с вами наносим первый слой, нужно все равно подождать хотя бы минуты три, прежде чем наносить второй слой. Тогда это будет супер мега стойко. Вот этот тоже, видите, тут уже не смывается, а вот кончик, где было потолще нанесено, он уже смылся. То есть, ну, где-то вот за 5 минут толстый слой не высыхает. Но это нормально. Для лака с блестками это более чем нормально. Опять видео получается длинным, но что поделать? Куча новинок, значит, куча новинок. Так, следующая красота у нас идет вот такая вот в новом формате. Масло для ногтей с монардой. Она идет как для кутикулы, с витамином Е еще, да. Так, артикул у него получается 619. Как раз после ацетончика я нанесла ацетончик, помыла руки. Предыдущий хорошо и быстро впитался. Посмотрим, как впитается этот. Вот, новая упаковка специально пару раз. Ну, этот, я бы сказала, что менее такой маслянистый.
и более такой ухаживающий, что ли, более прост в применении. Я бы его назвала, знаете, чем? Дорожным вариантом, потому что в дороге, когда мы с вами находимся где-то, да, там на море, бассейн и так далее, ну или зимой даже, в принципе, в бассейн, когда ходим, хочется наносить монарду на всякий случай, чтобы вдруг мало ли. Ну, что могу сказать, впитывается практически мгновенно, это очень хорошо. Флакончик такой немаленький, идет 9,5 мл, стоит тоже копейки. Значит, артикул 600-19. Что он вообще делает? Он восстанавливает и питает ногтевую пластинку, является вспомогательным косметическим средством при грибковом поражении ногтей, то есть это уже крутяк такой. А пипеточка мягонькая, хорошенькая. Сам он стеклянный флакончик идет. Вот эта вот штучка, сама пипеточка, да, то есть она тоже стеклянная, то есть все удобно, все хорошо. И, конечно же, тут идет регенерация ногтевой пластины. Как хорошо, да, что я тестирую, у меня уже отросло, и хотя бы сколько-то попитается. Ну, как мы понимаем, это профилактика грибковых инфекций и экстракт монарды в составе входит, то есть запах. Ну, запах такой, знаете, есть слегка какая-то горчинка легкая, но это до такой степени неуловимо, что, я думаю, ничего страшного в этом нет. Вот такая вот новиночка хорошая. В общем, будем пользоваться. Я очень люблю масла от компании Faberlic для ногтей. Да, в принципе, очень много что я люблю, да, и это тоже очень люблю, потому что всегда вижу хороший, классный результат, всегда ухоженные ноготочки и так далее. И скажу больше, мастер маникюра у меня тоже берет. Берет почему? Потому что она говорит, что когда она делает педикюр, это средство с монардой, в конце она наносит и говорит, что очень хорошо, реально помогает клиентам и так далее, и на всякий случай, потому что монарда, она и в Африке монарда, как у меня папа смеется. Ну что ж, дорогие мои, первая часть закончена, во второй части покажу оставшийся заказ, потому что эта часть оказалась очень длинная. Ну что поделаешь, компания любит нас побаловать новиночками. Всем пока-пока, до встречи с вами в новом видео.